Открытие вах и памяти. Пост номер один. У минералов огней вечной славы построен. Начальник штаба, подполковник Сёма. Церемония открытия разрешаю. Почетного караула вах и памяти поколений. Пост номер один. У мемориалов и огней вечной славы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в городском округе суда боевое братство, ветеран боевых действий, подполковник, депутат Судакского городского совета Стариков Владимир Анатольевич. Вахта памяти – это связь поколений, связь настоящего, прошлого и будущего. Как напутствие я прочту вам стихотворение «Русский характер». Мы встаем, как рассветы встают над полями. За друзей умираем и прощаем врагов. Наша правда сильней. И страну выбирая, снова выберем эту меж берез и снегов. Нашу душу нельзя ни понять, ни измерить. Если парус порвет самый яростный шторм, это русский характер помогает нам верить. Это русский характер ведет напролом. С нас погоны срывали, нас жгли и косили, но мы снова вставали за погостом погост. Нас нельзя победить, с нами Бог и Россия. Нас учили не ползать, а стоять во весь рост. Мы шагаем в огонь, чтоб сгореть, но вернуться. Перед нашей атакой неприступных нет стен. Это русский характер не дает нам согнуться. Это русский характер поднимает с колен. Нам не надо наград, ни крестов и ни славы. Мы уйдем, как солдаты уходят порой. Пусть порой прорастут незабудки и травы. И мы станем для всех просто русской землей. Мирного неба вам! Здоровья, силы, мужества, выдержки. Смирно. Храни на середину. Говорит глава адресов городского суда. Разрешите личному составу на пост номер один заступить. Смене номер один на пост заступить. Направо. Шагом марш. Я побежала.